Министр обороны России сегодня проверяет, как идет строительство военного городка железнодорожной бригады в Абакане. Большая часть объектов инфраструктуры в завершающей стадии. Уже готовы казармы нового типа. Они рассчитаны на 6 человек. Для солдат предусмотрено все необходимое. Душевые кабины, стиральные машины, современные моющие пылесосы. Сергею Шойгу также показали спортивный комплекс, контрольно-технический пункт из быстровозводимых конструкций и склады ракетного и артиллерийского вооружения. Министр поручил облагородить и территорию вокруг воинской части. Кроме того, особое внимание он попросил обратить на необходимость закупки уборочной техники, так как территория городка большая, а зимы в Хакасии снежные.